Всем привет! На продажу зашел вот такой рефлектометр, американец, 2012 года выпуска, трехлазерник, 13-10, 15-50, 16-25, с возможностью подсоединения микроскопа под 2,5 мм коннектора, либо в комплекте есть адаптер под 1,25 под LC коннектора. Так что SC UPC, FC UPC, STM можно смотреть. Инструкция на английском языке. Зарядная, то есть сумочка не оригинальная, другого прибора, но она есть. В общем, вот такой прибор. Также на борту есть измеритель мощности оптического сигнала и красный свет универсальный по 2,5 10-милливаттный. И вот сам рефлектометр. Сейчас вот включим, полазим по меню. Единственной особенностью данного прибора есть первое, что вот эта клавиша Charge, она неактивная. Возможно, диодик перегорел или что. Когда мы подсоединим зарядку, то только можно смотреть заряженность батареи, как бежит индикатор на дисплее. То есть, ну, она автоматом отрубается, когда уже полностью зарядится прибор. Вот такой есть минусик. Не хочется там ничего в нем делать. Вот. Работает, и все. Вот какие есть функции. Вот это управление получается курсором. Что дисплей не сенсорный, VFL. Это красный свет. Вот. Видно. Вот второй режим модулирующий. Все выключено. Потом есть измеритель мощности оптического сигнала. Вот меню кнопочкой можно лазить, выбирать Power Meter. Это источник. Это Power Meter. Вот лямбда переключается. Лямбда переключается. Вот можно, допустим, поставить под пункт сугубо 14.90, 15.50. И 13.10. Сейв сохранить. Меню заходим снова же. Вот теперь выбираем 14.90, например, для измерения пона. В общем, вот такой поверметр. Вот красненький нажимаем. Выход с прибора, наверное. Нет, не, это не выход. Вот home домой. Так. Потом есть микроскоп, собственно говоря, вот он, подсоединенный. Очень удобно, что есть на борту микроскоп. Можно смотреть чистоту коннекторов. Вот, коннектор можно почистить. Чуть-чуть почистить. Безворсовой салфеточкой. О, уже как бы достаточно чистенький коннектор. Меню снова выбираем и home домой. Настройки, время, яркость там. Вот Power Save, в общем, это настройки. И вот сам рефлектометр от EDR.
Рефлектометр здесь трехлазерный, но для работы в активной линии можем использовать 16-25 нанометров только при помощи катушки с фильтром. Вот здесь катушечка, в ней упаянный фильтр, который отсеивает все лишние волны, кроме 16-25. 16-25 лазер пропускает. Вот. Через такую катушечку мы можем включать в активную линию и работать. Вот. Нажимаем автотест. Или вот скан, даже скан, сканировать. Вот получаем рефлектограмму. Это километровая катушка. Первый коннектор. Второй коннектор. И фантомный шум зеркальный. Здесь можно выставлять настройки, то есть длина волны меняется, вот усреднение, импульс и дистанция тут стоит до 4 километров, то есть можно больше поставить. Вот сейчас вот померяет. Если нажать стоп, то еще раз нажимаем кнопочку скан. Вот, меряет, сейчас остановится. О, уже остановился. Вот, померил. Меню. И здесь можем увеличивать, курсоры переключать. Можем вот табличку посмотреть событий. Вот, катушка 1,063 метра. 0,3 дБ затухания. Тип Link. То есть, меню. Вот show trace, назад возвращаемся. Меню. Здесь можем... Вот это первое, показатели преломления кабеля, если надо вести. Ну, здесь стандартные стоят, не надо трогать. Вот переключаем лазеры. 13-10. Вот раз. И дальше фильтр отсекает. Дальше она не пройдет, если через эту катушку мерить на 13-10. То же самое касается 15-50. А 16-25 пройдет. И дальше через эту катушечку можем мерить. Вот. Вот ширина импульса. Вот диапазон измерений. Вот можем поставить мы до 16 километров. 64 километра. Вот 256 километров максимальный диапазон. Это усреднение real time, короткий диапазон, так. Поставим стандартный. Пусть будет 16 километров. В общем, вот такой приборчик.